Анализируем музыку и настраиваемся. Так, сейчас закрою Tinder, подожди. Так, София, 27. Ну, вроде ничего, да, такая? Так куда? Темнокожный вектор, это шкурный, знаешь, типа выгода. А, ничего себе. Так все женщины такие, да? Ну, не все, а мужики. Я думаю, Диана, у тебя сторис будет просто. А Тори Джой не только прекрасная вокалистка, если что. Что у нас там? Наконец-то мы это выяснили. Блин, я просто думала, что 26 лет – это типа возраст, когда все случается, и когда ты становишься мега успешным, мега крутым и мега взрослым. Нет, 30. Поверь, это не так. Я знаю, мне 26, и ничего этого не произошло. Нет, знаешь, я так же мыслила. Вот я так... думаю, это где-то там 55. Ну, вообще, мы иногда и работаем, если что. Мы не работаем. Вообще, это мы развлекаемся. Ты слышишь голос мой все тише и подходят ближе. Ты слышишь голос мой все тише. Директ у меня разорван с вопросами, что и откуда. Я вчера делала распаковку. Это Mood Stories, очень прикольный магазинчик. Они мне прислали вот такие брюки из эко-кожи, они на резинке, с накладными карманами. И классную рубашку, длинную такую. И тут еще сейчас вам покажу. С той стороны сейчас вот сердечко. Вот оно. Очень красиво. Ее можно видеть и заправить, и когда выпускаешь, она прям вот как платье практически. Буду экспериментировать. Этому потрясающему воскресному дню не хватало только вкусных роллов. Я фанатка вот этих роллов, которые сверху покрыты сыром. Вот эти новенькие еще не пробовала, это с креветкой. И вот такие классные сосочки. Напоминаю вам, что мы... Я Джек-потрошитель. Мы проводим розыгрыш айфонов каждый день сейчас, поэтому не пропускайте, ищите у тех, на кого подписана я, значок вот такой с айфончиком, и жмите на него для того, чтобы участвовать в розыгрыше. Ну и, конечно, вы должны быть подписаны на всех этих замечательных людей, блогеров, на которых сейчас подписана я. Я желаю вам удачи, осталось совсем немножко. Myself, gotta take the time to cut them off. I need her. I know how to make the girl go crazy when you treat her like you're number one.